Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами рассмотрим новую коллекцию аксессуаров от компании Oriflame Eclipse. В нее входит ожерелье, серьги и кольцо. И подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть новинки компании Oriflame в сторис прямо в день съемок. Поехали! Название коллекции Eclipse, что в переводе означает затмение, но мы прочитали название на упаковках английская, там эта коллекция называется Steel, и мы погуглили, перевели это слово как тишина. То есть наши переводчики перевели с английского названия на английское название, но русскими буквами. А уж как называть коллекцию, это будете вы, это решать вам. Ну, остановимся на названии Eclipse, чтобы всем было понятно. Эта коллекция состоит из материалов двух фактур. Один материал — это имитация золота, второй материал — под мраморный камень черный, выполнен из полирезина. Ожерелье 42 сантиметра и 6 сантиметров дополнительно. Ожерелье, так же как и ожерелье в коллекции предыдущего каталога, свободно ходит по цепочке, соответственно, будет очень свободно лежать на вашей шее. С обратной стороны ожерелье вот в такой вот фактурной выделке, которая присутствует на многих аксессуарах компании Oriflame. Вот такие вот геометрические аксессуары, я знаю, нравятся очень многим девушкам. Для того, чтобы вам было лучше видно, я буду одевать это ожерелье на самую-самую последнее звено цепочки. У меня микрофон немного, наверное, портит впечатление вот этой вот красивой симметрии, но, тем не менее, вы можете увидеть, как это ожерелье будет выглядеть на груди. Конечно же, лучше всего оно будет смотреться на однотонной одежде, и эти аксессуары выходят у нас под осенне-зимний период, соответственно, они будут хорошо лежать на теплой одежде из таких теплых добротных тканей. Поэтому вот такое геометрическое ожерелье. Давайте же посмотрим остальные аксессуары. Серьги Eclipse произвели впечатление и на меня, и на зрителей моего прямого эфира в Instagram, который я проводила совсем недавно со съемок. Вот вы можете видеть, насколько они хороши. 7 сантиметров в длину и 1 сантиметр в ширину. Они очень красиво смотрятся на ушах, они удлиняют силуэт. Вот если вы обладатель такого круглого лица, как у меня, то вот такие вот удлиненные серьги, они вам очень хорошо подойдут. И они выполнены также из золотистого металла и внизу украшены, вы видите, таким прямоугольничком под серо-черный мрамор. Вот такие вот длинные, но вместе с тем изящные серьги для создания вашего элегантного образа. Мне нравится, как они выглядят на мне. Как вам? Пишите в комментариях. Кольцо Eclipse тоже повторяет геометрические формы. Вы видите круг из полирезина, из того же самого черного под мрамор, и кольцо выполнено из золотистого металла, и здесь тоже вот такая вот фактурная отделка. Мне что нравится в этом кольце, что оно вот разомкнуто ровно. Мне не очень удобны кольца, у которых две вот этих части заходят одна на другую, мне все время они режут палец, поэтому вот именно такое исполнение мне нравится больше всего. И внутренний диаметр 1,7 сантиметра. Давайте же посмотрим. Размер регулируется, его можно отжать, прижать. То есть вы можете его отрегулировать так, как вам необходимо. Давайте же посмотрим, как оно будет выглядеть на руке. Вот, у меня 18 размер кольца. Вот вы видите, как у меня это выглядит. Вот так вот это кольцо смотрится на руке. Сочетайте различные фактуры, используйте контрастные элементы в своем образе, и вас заметят. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!